Итак, привет всем! Мы находимся на канале Веселая Семейка. И сегодня я хотел бы вас ознакомить опять с биткоинами. Электронная валюта очень популярная в данный момент времени. Это биткоин. Она была создана в 2009 году японцем Сатоси Накамото. И состоит один биткоин из 100 миллионов сатошей, которые можно бесплатно получить, собрать на сайтах, можно выиграть в рулетку. И сегодня я бы хотел бы поговорить о популярном сайте для сбора свободных биткоинов, так он и называется, Free Bitcoin. Более подробный адрес это freebitco.in. Вот он на ваших экранах. Да, сейчас вот если посмотреть в правый верхний угол, баланс у меня небольшой, 24 660 сатошей. До 100 миллионов, конечно, мне еще далеко. Но каждый час вот можно собрать в рулетку случайных чисел 219 сатошей и так далее. То есть это с одной стороны где-то на удачу, но какое-то количество вы обязательно соберете. Вот. А основной заработок можно сделать на рулетке. Вот если мы перейдем вот сюда на вкладку. Manual Bet – это ручной режим. Автобет – это автоматический. Я хотел бы познакомить одной из стратегий игры на данной рулетке. Почему важно соблюдать стратегию? Потому что без стратегии вы не сможете ничего выиграть, по крайней мере, стабильно. Да, ставки на рулетке зависят от вашего баланса. И, например, если у меня баланс 24 660 сатошей, то мне хотя бы минимум нужно начинать с одного сатоша. Вот мы переходим на вкладку «Автобет». И смотрим настройки. То есть ставка у нас 1 сатош. Коэффициент, на который мы будем умножать, ну, поставим 2 и 1. Роллы – это количество прокруток. Ну, например, на примере мы покажем вам 50, пусть 30, 30 роллов. Больше либо меньше определенного числа. Поставим меньше. То есть кто-то может из вас и больше поставить. Поставим меньше. Вот галочку. Далее. Очень внимательно, не перепутайте настройки. Заходим вот в эту вкладку On Loss. Отмечаем галочку. Вот здесь ставим 100%. И отмечаем вот здесь. Все. Как бы мы настроили, а это немаловажно, если вы галочку не поставите. Один раз я как-то не поставил и мог проиграть большую сумму сатошей. И нажимаем старт, то есть 30 роллов будет прокручивать. Ставка будет увеличиваться, если мы проиграли на коэффициент 2 и 1. Вот и посмотрим, что же мы все-таки в итоге получим. Смотрим внимательно. Вот за 30 роллов прокруток мы заработали 16 сатошей. Что бы я вам посоветовал, кроме сбора вот этих бесплатных, а вот у меня будет через 1 минуту 46 секунд, 44. Можно играть в рулетку
и играть аккуратно, слишком, допустим, часто играть тоже нельзя, с перерывами можно закрыть сайт, потом перейти. Но простая стратегия для игры на сайте FreeBitcoin, это на рулетке, это мы умножаем ставку на 2,1 проигрышную и пытаемся заработать сатоши. То есть, конечно, если баланс у меня будет больше, я смогу выиграть больше. Ну что ж, подписывайтесь на канал Веселая Семейка, смотрите заработок в интернете от Романа Александровича. Пока!